Здравствуйте, я Виктор Платков. Решил начать вам давать маленькие мини-уроки по освоению такого замечательного инструмента, как фортепиано. Я вот сегодня выложил очередное произведение на YouTube. Хочу вам показать мелодически, как это все играется. Грешная страсть, Димаш. Значит, сначала у нас идет аккордик. Держим на педальке. И мелодию, мягко отталкиваясь от каждой клавиши. Три нотки сыграли, потом ля уходит в ми мажор. То есть можно взять только терцию. То есть вместе получается вот что. Аккордик. Потом чуть-чуть усложнить, можно просто сделать бас. Внизу октавка, кому ручка позволяет, и получится гораздо объемнее. Посмотрите. Потом меняем только бас. Все то же самое остается. И мелодия почти то же самое. Как говорится, все гениально просто, да? И еще спускаемся. Еще раз внимательно. Ля минор. Мелодия. Мелодия. После аккордиков. Вот так занимайтесь хотя бы по 5 минут в день. И результат будет обязательно. Удачи вам!